Чудумба, лаба чудумба, лай бабай, дай да дай да дай да дай да. Никогда не унывай, лап чудумба, лай бабай, никогда не унывай. Та дари дам, лай да дай да, та ра да дай да дай да дам, ра та дай да дай да дай да. На 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 на. Ну что, доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Возможно, вы помните, одновременно с Сержем начал голодать и Андрей, так сказать, попросил, чтобы я его повел. По голоду я вроде повел, так сказать, воодушевился. Надо, а то все, 5-10. Вот, но потом... Как говорится, сам решил выходить, не известил меня, сам решил, на чем выходить, там вот так, вот так, вот так, ну, я им сказал. А все началось с того, что он попросил, как бы сказать, составить ему программу по омоложению организма. Можно сделать эту программу. И тем более он там хорошо так сам занимался. И важно понимать, что если вы что-то вот затеяли делать, чтобы, знаете, эффект у вас был, надо его делать, придется постоянно. В противном случае, это как спортсмены. Вот они готовятся к соревнованиям, они набрали форму, значит, выступили, показали результат. А дальше, как бы сказать, идет откат. Но оно так примерно все это... По волнам идет, то может только повыше, чтобы результаты были. То есть это важно понимать, что если вы хотите что-то получить такое, то эту функцию или эти функции надо постоянно поддерживать на каком-то таком, знаете, уровне, грубо говоря, там, ну, допустим, там ежедневно выполнять определенный объем физической нагрузки. Придерживаться определенного питания, придерживаться определенного режима дня и, естественно, придерживаться определенного образа мышления. Это довольно-таки трудно, тем более все время. И, как бы сказать, как получить результат там, для того, для сего, я сразу же... А для чего это омолодиться? Омолодиться для того, чтобы там, значит, ну... Выглядит хорошо, и можно было, так сказать, подобрать себе там спутницу жизни. Что касается спутниц жизни, там как раз вы можете, конечно, открыть все это дело, почитать. Это совсем другой разговор. Для того, чтобы, знаете, вот мне понравился Пушкин, его там поэма «Руслан и Людмила», когда к Наине, волшебница Наини подкатывает пастушок. Он юный, он хороший, он красивый, но у него нет ни мани, ни мании, ни харизмы. Она ему и ответила: пастух, ну, ты мне не нужен, я тут тебя не люблю. Вот тогда что сделать? Вот надо как-то повысить свою эту значимость. Самооценку, чтобы, как бы сказать, вот харизму. Тогда он, значит, собрал банду, будем говорить, разбойников, пограбил, значит, и приехал к ней, вот как-то будем говорить, вот, упакованный в материальное благо, там, сам как такой, это, так, ну, герой как раз вот, герой. В латах, так сказать. Она на него посмотрела, ну вот не нужен он ей. И говорит: герой, я не люблю тебя, не нужен ты мне со своими геройствами, ни с чем. Хрен его знает, чего ей тогда надо. То есть здесь важно понимать, да, ты какую-то там хочешь, там что-то такое. Важно, чтобы вы в первую очередь сошлись по характеру и по энергетике. Вот какие-то у вас... общие были точки соприкосновения, тогда у вас будет брак интересный и
для вас обоих. И вы, так сказать, с интересом будете друг к другу относиться. А так, знаете, как какую-то паву взять, там, грубо говоря, вот она вот такая, вот это моя жена, вот посмотрите, вот это. Опять-таки тот же Пушкин говорит, а жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. То есть у каждого человека свои какие-то мысли, свои взгляды на жизнь, свои взгляды на отдых, свои взгляды на семью, на отношения. И просто из-за того, что ты, грубо говоря, выглядишь что вот так вот, это не значит, что тебе все будет. То есть семейная жизнь вообще-то это работа, это большая работа. Прежде всего, ну, вы встречаетесь с различными людьми, и, естественно, у вас это. Выясняете точки соприкосновения и прочее. И уже тогда дальше делаются шаги. Помимо интимной близости, я говорю, есть жизнь со своими интересами. Это совсем другое. То есть, как бы сказать, создать семью – это совершенно другая задача. Она отлична от омоложения. Хотя это немножечко можно совмещать, но это не значит, что омоложение автоматически поможет вам приобрести там супругу или супруга на 20 лет там, моложе, допустим, вас и по всем характеристикам. Это вы целиком должны подавлять этого человека. Вот, короче, я им объяснил, что это вот в первую очередь требует вот это направление, вот этого. А это требует вот этого направления. Но, видно, не донес я этого. Человек думал, что существуют какие-то методики, еще так далее. Ну, короче, он начал голодать. И вот этот вот проголодал, потом вышел, потом как понеслось, ну, и, кажется, пропал с этой. И вот он написал, ответил, давно вам не писал. И я сразу же начну давать и для вас, и для него, вот, как бы сказать, рекомендации. Что со мной происходило на выходе из 19-дневного голода? Вот как раз, знаете, когда человек, у него легко все шло, а потом, когда он столкнулся с первыми трудностями, которые надо было бы преодолеть, и для этого ко мне обратиться, он просто взял и вышел. Я бы, допустим, сказал, ага, там то и все, что там сделать. Нет, при выходе из голода все время переедал. Сначала я вырывал лишнюю съеденную еду, потом уже не мог, пустил на самотек. И далее, что неправильно, вот как это надо было сделать, надо было пройти через вот те сложности, которые возникли, и далее выходить на том, что я там предложил. Вот, так как он живет в Америке и имеет возможность там что-то там купить такое, лучше всего на простокваши выходить, вот я лично для себя. Далее, значит, как результат... Побаливали постоянно почки и печень. Вот и, грубо говоря, и доомолаживался. Знаете, вот в любом случае подбирайте себе средства по силам. То есть голод не 19 дней, там, вот, как я говорил. Вот вы делаете там физические упражнения, изменили питание, хорошо, мышление, распорядок дня. Это отлично для поддержания вот, в хорошем состоянии вашей, так сказать, физической оболочки. А вы куда-то замахнулись на что-то на большее, к чему не готовы, вы с этим не сталкивались и думали, что сейчас будет. И в результате, ну что это вот за эффект 19-дневного голодания? Постоянно, значит, побаливали почки и печень. Дальше началась жесть. У меня, видно, ожили камни в почках. А для того, чтобы камни в почках растворить, то это совершенно иное. Вот если бы он сказал бы, у меня камни в почках есть, там, или еще что-то такое, тогда бы вот этот 19-дневный голод можно было бы проделать на талой воде. И вот это все растворить, что имелось в почках, в печени и прочее. На себе я это проверил, когда голодал. И все это бы вышло бы. 2 недели я пил настойку РВ-6, ел арбуз, пил мочу. Просто я вот смотрю на некоторых из вас, и какие-то вы проблемы себе наживаете. Вот вместо того, чтобы заняться действительно полезным,
образом жизни для себя. Вот вы какие-то такие ищете вещи, что потом надо предлагать ум, а как из этого выйти? В первую очередь туда не надо залазить, чтобы вот это вот две недели пить и так далее, еле выкарабкался. То есть это не выкарабкался, а просто-напросто вот это, весь процесс этот приглушился. Он там остался, грубо говоря, это, ждет своего. Что надо сделать, Андрей? Надо. Вот теперь в течение месяца как минимум пол-литра выпивать в день талой воды. А лучше всего литр. Ну, начать с пол-литра и дойти до этого. Чтобы вы вычистили себе и печенку, и почки. С тех пор почистил печень. Два раза я пью, мочу по утрам. Так, сейчас средне себя чувствую. Понимаете, средне себя чувствую. Ну, то есть человек затрачивает какой-то труд, он ожидает каких-то результатов, а получается, что он вообще себя откинул туда-назад. Выход был очень плохим, во всем вы были правы, не надо было много есть. Во всем вы были правы, в первую очередь, не надо было голодать. А во вторую очередь, надо было на соответствующих продуктах выходить. То есть вот он отрицательный опыт. Это как раз вот урок для школы здорового образа жизни. Так, сейчас я запланировал сделать Значит, я ему желаю удачи в том, что он задумал. Пожалуйста, да, удачи. И вот смотрите здесь вот. Люди бывают, вот даже взять Жириновского, умнейший человек, я с ним сам был знаком, контактировал, вот. Но в деле здоровья, ну понимаете, ну малолетнее дитя, 7 прививок. То есть очень важно понимать, что любое там, грубо говоря, прививки, любое лечение и прочее, а тем более там, допустим, Лужков, плановая операция 8 с лишним лет. Какая там в заднице операция? Вы на свое состояние посмотрите. То есть выдержите ли вы вот это лечение? Не окажется ли оно хуже там самого заболевания? Как говорится, не понимаю. Зато в других делах вот он преуспел. И что радует, что он, грубо говоря, в этой же Америке там нашел себя, вот, со стороны, допустим, материальной. Все. Желаю ему удачи. А во всем остальном, знаете, я вот еще буквально-таки сегодня слушаю там радио, и там думают принять закон, чтобы вот эти блогеры, значит, пишут разного рода программы, продают всем наивным там людям, и они там получают вред от этих программ. В первую очередь блогеры, значит, вот человек, я тут блогер, я тут разбираюсь на самом деле, он ничего не знает, ни в чем не разбирается, он там возомнил себе и так далее, И другим людям что-то советуют и прочее. Я же вам здесь демонстрирую, показываю и на собственном примере, и на примере других, и на примере, будем говорить, вот книг бесплатно, руководство, вот это даже школа здорового образа жизни, школа там очищения, школа голодания, там, противопаразитарки, все это такое. Вот она практика, теория и практика, все это как работает, и я еще тут вам что-то разъясняю. Просмотров, как говорится, ну вообще не это самое, нету. Вы хотя бы как-то рассуждайте здраво, что и как, кому довериться, как это работает. Так, с уважением, Андрей. Поэтому в одном деле человек может действительно быть очень и очень там грамотным, успешным. Но в другом деле, никто, просто никто. И думает, что вот эти вот знания и так далее, они там что-то там принесут, там, какие-то результаты. Вот такие вот вещи я вам хотел сказать, рассказать.